Короче, друзья, тут мимо иду, слышу знакомый голос. Знакомый голос. Я ей пишу в WhatsApp. Посмотрите, у нее какой голубой леночек растет. Здесь живет цветочная фея. Сейчас мы посмотрим, чем она там занимается. Чем цветочные феи занимаются. Здрасте. 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 Забор покрасить. Здрасте, забор покрасить. Здрасте. Да. Вот они, цветочные феи, где живут. Руки поснимаю. Ага. Ой, секатор такой неудобный. Ларис, что, так надрез, да? Сейчас, вот так. Мы два делаем. Эва. А это уже выкинуть, да? Нет. Нет? Вот цветочные феи вот чем занимаются, друзья. Вот они. Это, Ларис, это что это такое? Я не знаю, она какая-то как невеста была. Какая-то традисканция, да. Похоже, листики на традисканцию. Куда-то убрать. Ой, а тебя как зовут-то? Мелис. Как? Мелис. А, Мелис, ты же Мелис у нас, да? Да. О, покажи мне цветочки. Ой, какие гортензии, какие гортензии красивые. Ой, какая красота. Вот няня что выросла, вырастила, да? Ой. Лариса, а это что такое? Это спирея? Спирея. Друзья, сегодня я в прекрасном саду у цветочной феи Ларисы. Боже, какая у них тут красота. Я говорю, у меня места мало. Да здесь каждый вот засажен. Это что, это барбарис, наверное, да? Хризантемки. И устома. Вербена. Лобелии. Ой, да чего красиво. Розы. Розы, розы. Хризантемы. Какая красота! Вот где цветочный рай. Да, мне вот так еще работать над собой, работать. Ой, да чего все красиво. Хризантем-то сколько, ё-моё. А читок, это что? А, это ленок, лен. Лен цветет. Георгины какие красивые. Ой, у меня сейчас будет инфаркт. От такой... Вот такенный рубец. Вот такенный рубец, блин. Вообще, так красиво все, Лариса. Вообще, ты такая молодец. Ты такая фея. Смотри, а это что за роза? Лепесточков мало, такая красивая какая-то. Ой. Не знаю, с Леруа ли привозили. Ой. А хризантем тут, смотри, что. Это, ой, везде, везде. Представляешь, как они вот расцветут, да, да, что здесь будет? Вообще, до такой степени скоро красиво. Если морозом не убьет. А мороз пока не обещают. Ой, сердце заходится. Да чего красиво. Мне над собой, Ларис, работать и работать. Вот это ты эхинацея, что ли? Нет, нет, это рудбеки. Рудбеки. Рудбеки надо, на обратном пути зайду. Да, забери. Угу. Они такие красивые, они подсохли, я... Рудбекию, да-да, заберу. Очень красиво я вот. Слушай, здесь. Вот а Георгина я почему-то не любила, а вот смотрю, у тебя так осенью красиво, да? Вообще не красавицы же. Ну, вообще красота. Это осень, сама красота вот. Осенний этот. Ой, какой отчиток, шикарнючий, да? Смотри. Угу. Вообще шикардосный. Ой, ну красота. Это что, осенний поцелуй? Красивый, да. Но... Я так люблю подсолнухи. У меня тоже один растет. Такой вот тоже. У меня рудбеки, я уже туда убираю. Мне жалко, я их выкапываю, я их не выбрасываю. Вот. Вон, перцы еще висят, смотри, не убрала. Ой, они плохие. Там. Ну я ладно. Уже, думаю, собрать, думаю, этот сгниет, блин. Пусть это для красоты, да, хоть. Вот. Для красоты. Ой, красиво. Это какие были красивые, они вообще такие вот. У меня вот эти гладиолусы. Почти, вообще черные почти. Вот, у меня тоже такие были, космос. Испортились что-то у меня все гладиолусы. Это как бы такое с детства, вот они такие. Угу. Вот, раньше, правда, я все их не хотела, их, ну, думаю, красивые. Ну, это же сентябрь, 1 да. сентября, ну, это много вот эмблема. Уже интересных, да, да. Это простятки. Сейчас много. Новые и, сорта. Вот это была очень красивая, там тоже цвела такая, как-то лососевая она была. Сейчас угу. Такая посмелела уже она, это, ну, вообще была. Ларис, ты обрезаешь ночью, говорю, ночью обрезаешь, розы ночью обрезаешь на зиму? Не обрезала. Просто сейчас вот что-то я читаю, что-то, да, что-то... сказали, сейчас вот эти даже можно не обрезать, просто вот эти убираешь молодые, там, потому что они не, они вы... не они вызреют, мне, да? Да? Нет, типа, чтобы там что-то зимой это, угу. Плохо и расти не было, вот эти только убираешь, это оставляешь.
А я что-то читаю везде, говорят, не надо обрезать. Я не обрезаю, но... они у меня вот так с красными уходят. Ну, я один год весной, не обрезала, так видно, вот. Видно, что да, потом. Посмотри, да, какая вот, какой куст вот. О, вообще шикарнючий. Вот одним кустом, вот смотри, так угу, ствол. Да, да, вот, да. Шикарнючий. Вот самые они простые. Такие как-то кустовые какие-то вот. Ой, красота. Я даже, у меня из семян-то они были простые, не знаю, там. Красота, красота. Я бы здесь ночевала. Ночуй, приходи сейчас. Приходить к себе, да? Можно? Вот красотень. Это что, лен? Это большие. Ленок? Ленок? Это лен, да. Надо выкопать. Мне вот лен надо тоже. Вот заберешь. Ну. Ходи на обратном пути. Вон же он так растет. Лен. Ой, красота какая. Ой, Ларис, пускай все цветет у тебя. Все цветет. Корейская вот она. Все красиво, как ты сама. Как ты сама. Спасибо тебе за прогулку такую красивую.